Ежедневно на строительную площадку выходит 27 единиц техники и 80 рабочих. Работы по реконструкции улицы Чистякова идут полным ходом. До конца года здесь планируется завершить строительство основных объектов – магистрали, инженерных сетей и прилегающей дорожной инфраструктуры. Мы видим, я стою сейчас на песчано-посылающем слое, сверху будет технологический слой щебня и дальше уже слои дорожной одежды, заканчивая асфальтом. На первом этапе выполнена подготовка к дорожной одежде уже практически на всем протяжении, вот за исключением примыкания к кругу выезда на платную дорогу. Переустройство инженерных сетей, газа и водопроводов, при этом прокладка связи и электричество уже выполнено. В июле планируется завершить этот участок и уложить здесь асфальтобетонное покрытие. Затем приступят к возведению шумозащитных экранов, нанесению дорожной разметки, благоустройству территории. Дальше будем производить работы на втором участке. Это по примыканию к Можайскому шоссе, дублеру Можайского шоссе. Там выполнено уже само полукольцо. Ведутся уже работы по основному конструктиву. И где-то, наверное, к концу сентября, в октябре планируем уложить там асфальтобетонное покрытие. Глава муниципалитета выслушал пожелания местных жителей, главные из которых – вопросы расширения парковочных мест, установка дополнительных пешеходных переходов и шумозащитных экранов. Много было пожеланий от жителей по дополнительным тротуарам, переходам, и в том числе даже по велосипедной дорожке, если там есть ширина, позволяет сделать ее рядом с тротуаром. Несмотря на то, что велодорожки не предусмотрены проектом, ширины тротуара достаточно для их организации. Эти и другие предложения будут рассмотрены в обязательном порядке, а возможные по реализации с технической точки зрения изменения внесены в рабочую документацию. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».